Сейчас я вас удивлю. Еще чуть-чуть. Последний круг остался, чтобы выиграть. Я победил, а ты нет.
Стоп! Давай на чистоту. Ты хочешь сказать, что дом заряжает ваши машины? Брось! Ты думал, эти селяне сами так круто водят? Братан, как-то это не здорово. Ради мечты на многое можно пойти. Ты же понимаешь меня, да? Что? А, ну да. Ради мечты и все такое. Ага. У меня есть идея. Следующая гонка пройдет на моей стройке. Участвуешь? Да. Так, спешу сообщить. Я еду в ловушку. Но на гонку же все равно приедешь. А куда деваться? Да и вообще, это даже интересно. Сомнительная причина, чтобы ехать в ловушку. Да ладно. Увидимся на той стороне, брат.